Привет, друзья! С вами Никол Маркарян, Каханера. Как мне вчера попросили, чтобы я представлялся Никол Маркарян Каханера, я играю тот человек, который играет на кахуанах разных. Вот, и сейчас я хочу сделать обзор, сейчас или сегодня, я хочу сделать обзор на кахон фирмы Live Cajon серии Bass. Кахончик пришел мне быстро, за недельку. Ребята находятся в Москве. Да. Сначала. Не будем стоя, короче, это делать. Выглядит прикольно. Ребятки могут нанести, вот, кстати, не знаю, могут ли вот сюда нанести индивидуальный какой-то рисунок, но вот сюда точно могут. Тут мне накололи льва. Да, льва. Вот, а еще, ну, у них там разные вариации, короче, делают красиво, симпатично, выглядит эстетично, мне вкатило. И аккуратненький. Я сразу под него заказал еще чехольчик. Ну, как вы поняли из названия бас, да, у него углубленный бас, усиленный, да, вот в нижнем ударе. Я всегда называю этот удар бочка, да, а верхний удар рабочка, это мой сленг, так что вникайте. Бас, они добиваются его толстыми материалами, но не факт, я могу ошибаться, потому что я в технике тот еще. Вот, лучше послушайте. Вот это бочка. Соответственно, вот рабочка. Собственно, я надеюсь, что понятно на видео, как он звучит, как звучит он отдельно нижний удар, верхний удар, как звучит все вместе в миксе. Где-то у меня в Инстаграме есть прям микс с гитаркой, звучит достаточно плотненько. Есть два нюанса, которые для меня бросились в глаза, вернее, в руки. Первый нюанс — это то, что за счет того, что тапа относительно толстая, по крайней мере, мне кажется, да, ну, то есть от нее отскок для рук непривычный для меня, потому что я привык играть на тоненьких тапах. Второй момент — это то, что в силу того, что фазенвертер снизу, кахон здесь звучит немножко по-другому, чем кахон, чем звук, ну, чем здесь, да? То есть, наклоняясь сюда, как раз можно услышать тот самый усиленный бас, да? А вот где-то здесь доходит больше серединки, чем низа, средней частоты. Плюс это или минус, вам решать. Кахон — это такой инструмент, который каждый для себя подбирает индивидуально, да? Кому-то нравится больше цепочести, кому-то нравится больше серединки, меньше баса, кому-то нравится больше бас. Вот. Меня устраивает, на некоторых концертах я беру его, и на некоторые джемы, это на джемы, я беру его и играю на нем. Еще я хотел рассказать, показать, как этот кахон звучит, когда на нем играешь щетками. Это кахоновые щетки, кстати, специальные. Ребятки, спасибо за внимание. Если какие-то остались вопросики по звучанию, по все в целом касаемо этого кахона, касаемо этой фирмы, задавайте в комментарии, где там, я это выложу на Ютубе, выложу везде, короче, в Инстаграме, на Ютубе. Ссылка, кстати, на производителя будет тоже где-нибудь в описании, так что если понравился кахон, можете заказывать. Ребята крутые, проверенные, доставляют быстро, изготавливают в срок. Всем спасибо, пока.